Все знают принцип караоке, да? Караоке, оно как? Музыка звучит, текст бежит, и мы, соответственно, по тексту повторяем. Ну, я понимаю, не волнуйтесь, мы сейчас никого не будем заставлять петь. Вам нужно будет повторять, ну, просто для вас будет предложена композиция, небольшой фрагмент, 10-15 секунд, после чего песня останавливается, и вам в полной тишине придется ее просто повторить. Ну, сам текст. Причем петь не обязательно, сам текст. Смотрите, песенка вас я пригласил в парах, то есть 6 человек, 3 пары получается, да? Несмотря на это, песенка будет звучать для каждого из вас в отдельности. Просто пока один участник, один член команды повторяет композицию, второй участник на потанцовке. И наоборот, и наоборот. Да, то есть все у нас в разных позициях. Ну что вы закрылись? Давайте вот с вас мы, наверное, и начнем. Да, раскроем. Гуляй, душа! Итак, друзья, первая команда, вы у нас на поддержке, там, вы хлопаете всячески. Сейчас будет мужская партия, для вас будет композиция, вы на потанцовке. Договорились? 10-15 секунд, ну, что может быть проще, друзья? Итак, что, первая команда, мужская партия, вперед! Арбатская, Пражская, Ивано-Десловская, Новослободская, Автозаводская, Марина Выхина, Новогири, Ивана Краснопресненская, Перевод, Краснокопейская, Солнцеславянская, Дочь Победы, Площадь Купецкая, Речная вокзал, Китай, город Беляева, Незамой Пальчик. Запомнил все слова? Я же Джеки Чан, можно. Движениями давай резко сейчас. Поехали! Вапнады, ипери, вапнады, ляпнады, вапнады, ляпнады, летали с заводской, вапнады, ипери, ипери, ляп, вапнады, ипери, ляп, вапнады, ипери, 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 ипери, ляп. Борька! Борька, так, Борька, чё вы стояли? Ага, понятно. Ну, пусть будет так, ладно. Первый повторить. Не надо, она сейчас будет петь. Ну, повторять композицию, а вы уже станцуете, когда она будет петь. Договорились? Итак, друзья, первая команда, женская партия. Поехали! Если у вас возникают сложности со вторым куплетом, то там тот же текст, что и в первом куплете. Так что ничего сложного. Что ты вот сюда, с каких-нибудь, покомандовали. Хорошо, ну все получилось, молодцы, да, справились, клево, очень хорошее начало, на самом деле. Идем дальше, вторая команда, выходите сюда, в центр. Паш, вы можете поменять своими местами. Так, вы сейчас будете в центре внимания. И вы знаете, там было что-то непонятное, да, звучало? Какие-то непонятные песни, которые мы вообще не слышали никогда. Поэтому сейчас предлагаю сделать поправку на возраст. Чуть помоложе, да? Давайте зачитаем рэп. Пойдет? Рэпчик. Нет, ну придется. Вы на потанцовке, он читает рэп. Поехали! Наступили мы, наступили кругом, обступили ногой, наступили на нас. Сбили, тупили, кутили, мутили, жили, дрожали, как в первый раз. Начали, качали, потом отвечали, но что-то крутое, не то, что вначале. Делали, 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 недели, но нам не выйдет печаль. Йоу! Йоу! Давай! Жги! Давай, пили, мутили, медленно, мутили, 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 мутили. А где минус? Сальдай миг какой-нибудь там. Знаете, тот случай, когда потанцовывали абсолютно все, да, никого не останавливали на то, что... Молодец. Ну что ж, вам тоже что-то посвежее, да? А не надо, да, что-нибудь просто повеселее. Погнали! Слушайте, ну, третья команда, вам придется очень сильно постараться, потому что, ну, это очень... предыдущие выступления были очень на высоте, задерли планку. Так что сейчас, вы знаете, поменяем правила, начнем с женской партии. Да, для вас будет композиция. Лена, ну, знаете, ничего личного, но так сошли звезды, что для вас будет предложена самая сложная композиция с точки зрения текста.
А знаете почему? Потому что я в вас верю. Вы можете все, на все способны. Вы на потанцовке, Лена повторяет песню. Самая сложная композиция. Танец разучил. Оп, тира-тира, оп, тира-тира-ти, оп, тира-тира, оп, тира-тира-ти. Я знаю, кто-то слушает, когда хочется сказать еще, еще, да! Я забыла припев, давай! Оп, тира-тира, оп, тира-тира-ти, оп, тира-тира, тира-тира-ти. Классно, спасибо большое, молодцы, хорошо. Так, ну что, это была сейчас самая сложная композиция, да? А вам с точностью до наоборот. Самая простая песня. Мужская партия, мы на потанцовке. Поехали! I'm a scatman. Давай! Можно мне розетку? Я два пальца, это да, лучше всех. Вам, мне кажется, так прикоснись, что будет колбасить, не слава. Я готова. Давай. Она заряжена. Поехали. Боже мой, я не знаю, что делать, дорогие гости, мне вас искренне жаль, потому что у вас будет очень сложный выбор, нам нужно решить, кто же из них лучше, тем более, что... Подожди, еще партийку написано, сейчас мы... Победитель, подтвердите, если что, свое звание, просто, понимаете, очень важные призы на кону. Дело в том, что команда, которая займет первое место, едет в этом году за счет молодоженов выступать на Евровидении. Отменяем вчерашнюю победу нами, поедут наши ребята, да? Команда, занявшая второе место, едет в следующем году за счет молодоженов на Славянский базар выступать опять же, да? Хорошо, есть. Команда, которая займет третье место, в этом году едет за свой счет в Ганцевичи на областные дожинки. Вот это круто, я вижу, что все хотят в Ганцевичи. Итак, друзья, давайте по порядку. Ваши наисметы нашей первой паре. И дальше мы исследуем пара номер два! В Ганцевичу ходит дизель? Есть, да? Хорошо. Расписание уже можно узнавать, наверное. Идем дальше. Наша третья команда!